такая хорошая игра была, обоюдно острая, туда-сюда атаки. Хорошо, что мы забили больше, выиграли. Долгое время ты не играл, как себя чувствовал сегодня, насколько комфортно вообще? Ну, это больше от головы идет, ты там, если об этом думаешь, то будет тяжело. Понятно, чуть-чуть в начале игры есть некий дискомфорт, но ты это перебарываешь, проходишь, потом уже играешь нормально. В третьем периоде какое-то повреждение получил, пауза там случилась, что там было, что с тобой, как себя сейчас чувствуешь? Да, вылетело плечо у меня, и была боль, поэтому, ну, просто решил продолжить играть, и все. Сейчас все нормально? Да, все нормально.